Поддержка бизнеса, поддержка населения – это, конечно, ключевое. И, значит, необходимо сделать все для того, чтобы не схлопнулась система здравоохранения, потому что, как сказал сегодня премьер, это возможно, что мы можем просто получить ситуацию, при которой количество заболевших будет больше, чем количество койко-мест в наших больницах. И тогда, конечно, это будет страшно, потому что придется выбирать, кто будет жить, а кто нет. Но я бы хотел, если можно, закончить все-таки на положительной ноте. И я, честно говоря, услышал в последних выступлениях премьера очень много интересных положительных идей. К сожалению, он своими последующими высказываниями как-то полностью свел на нет все те вещи, которые он упоминал. Но он очень правильно сказал, что в Республике Молдова огромный раздутый бюрократический аппарат. Нам нужно эффективное, компактное, маленькое государство, государственная структура управления. Значит, нам нужна реформа на местном, на центральном административном уровне. Нам нужно делать что-то с этими госпредприятиями. То есть он на самом деле обозначил ряд приоритетных вопросов, без решения которых Республика Молдова как государство, или вернее, для Республики Молдова как для государства, постоянно будет существовать угроза ее существованию, угроза ее суверенитету. Вот я очень надеюсь на то, что наконец-то в Республике Молдова найдутся политические силы, которых хватит политической воли, чтобы все эти процессы запустить. А на самом деле для Республики Молдова провести и осуществить эти процессы далеко не так сложно, как это могло бы показаться, при наличии соответствующей политической воли и наличии ряда специалистов, которые могли бы эти процессы правильно провести. Правильно. Для этого нужно просто тупо не воровать, не пытаться на этом наживаться и не пытаться создавать схемы. Вот три простых условия, при которых дела в Республике Молдова... Что это должно быть приоритетами для властей. При этих условиях дела в Республике Молдова в течение 2-3 лет пойдут на лад, совершенно в другую сторону.